Крыжовник обыкновенный или крыжовник отклоненный или крыжовник европейский – вид растений семейства крыжовниковый, рода смородина, подрода Гроссулария, иногда ранее рассматривавшегося как отдельный вид из рода Гроссулария милль. В начале XIX века на Алтае крыжовник называли берсень, в верхней части Енисея – крык-берсень или крыж-берсень. В ботанической литературе XIX и XX века встречаются упоминания о том, что в древности в России крыжовник именовали крыжем. Азербайджанцы называют его русалчисы. По одной из версий, Берсеневская набережная в Москве получила свое название от дворцового сада, который располагается неподалеку, где разводили этот кустарник. История описания. Первое описание крыжовника дано Жаном Рюэлем в книге «De Nichiris Terpeum», вышедшей в 1536 году. Первая ботаническая иллюстрация опубликована в 1548 году в книге Леонарда Фукса «Достопамятные комментарии к описанию растений». Распространение крыжовник родом из Западной Европы и Северной Африки, как дикорастущие растения распространен на Кавказе, на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Средней и Южной Европе, в Северной Африке и в Северной Америке, растет среди кустарников на каменистых склонах гор от нижнего до верхнего пояса, повсеместно разводится в садах, нередко дичает и заносится в леса, в одичавшем состоянии встречается в Ярославской, Костромской, Тверской, Смоленской, Московской, Владимирской, Калужской, Рязанской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Орловской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, является родоначальником большинства культурных сортов. Хозяйственное значение. Крыжовник обыкновенный является одним из основных ягодных кустарников, благодаря тому, что его ягоды содержат много сахаров, кислот и различных витаминов. Плоды употребляются в пищу свежими или используются для приготовления варенья, киселей, мармелада и вина. В настоящее время известно не менее 1500 сортов крыжовника, которые культивируются во всех странах умеренного климата, применяются в медицине. Недостаток крыжовника в том, что он часто поражается пилильщиком, педеницей, тлями и другими вредителями. Ценится как медонос, самый ранний из ягодных кустарников. Систематическое положение. Ранние классификации различали два рода Ribes и Gross-ularia. В более широко распространенных монографиях признается только один род Ribes. Перекрестное сходство между различными видами смородины и крыжовника в конечном счете привели к концепции одного рода. В результате крыжовника обыкновенный, часто именовавшийся как Gross-ularia reclinata милль, стал считаться Ribes juva crispa. Синонимы. Деджанг Сюске разделил род Ribes на 6 подродов: Carasma, Ribesia, Gross-ularia, Gross-ularia sparilla, Berisia, сорты и гибриды. История. В Англии в начале 17 века создан ряд сортов. В монографии Панцнера в 1852 году описывается уже около 1000 сортов крыжовника. В Америку первые сорта крыжовника были завезены переселенцами, но не были популярны, так как подвергались сильному поражению американской мучнистой росой. Предположительно, местные американские виды были введены в культуру в начале 19 века. Уже в середине этого века был получен гибрид европейского и американского крыжовника. Вот что писал Чарльз Дарвин по поводу одомашнивания крыжовника. Начало культуры крыжовника в России относят к XI веку. В XIX веке старый отечественный ассортимент сменяется западноевропейскими сортами. Наибольшие достижения в селекции крыжовника сделаны в XVIII-XIX веках. В начале 20 веков в Россию из Ирландии заносится сферотека, и развитие культуры крыжовника на длительное время приостанавливается. В целях выведения устойчивых к сферотеке сортов, сочетающих устойчивость со слабой шиповатостью побегов, селекционеры прибегли к использованию отдаленной гибридизации, скрещиванию крупноплодных европейских сортов крыжовника с американскими видами. В результате многолетней работы в 1970-х годах немецкими селекционерами был получен гибрид крыжовника обыкновенного, крыжовника растопыренного и черной смородины, Ribes умножить на Naiade gralaria равно Ribes nigrum умножить на Ribes divaricatum умножить на Ribes juva crispa. Некоторые сорта Орликин, Перил, земляничный, конфетный, кооператор, любимец розовый 2, уральский розовый.